До 28 июня белгородцы могут сдать батарейки на переработку. Областной центр присоединился к всероссийской экологической акции. Элементы питания можно принести на улицу Победы, 83Б, где для сбора установлен контейнер. Туда же можно приносить аккумуляторы, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую неработающую мобильную технику. Так организаторы стараются заботиться об экологии. Только в одной батарейке содержится огромное количество солей тяжелых металлов, которые загрязняют около 50 квадратных метров. Эти металлы очень трудно выводятся из организмов, они накапливаются в растениях, в животных, в людях и наносят вред. В прошлом году в ходе подобной акции в Белгороде удалось собрать почти полтонны элементов питания. После того, как контейнер заберут, батарейки можно будет сдавать в одном из 370 пунктов приема, расположенных на территории региона. Организованы пункты приема во всех управлениях территорий. Начальниками управления территории ведется разъяснительная беседа среди населения, чтобы данные элементы питания не выбрасывались в баки с ТКО, а приносились и сдавались на пункты бесплатного приема данных элементов.